Итак, друзья, мы возвращаемся с вами на трансляцию матча. Вот прыгает, видите, парень, это Артем, наш медик. Передает привет своей маме. Итак, мы возвращаемся на трансляцию матча высшего дивизиона, где встречается футбольный клуб «Тедис Украина» и футбольный клуб «Днепр ЮА». Первый тайм закончился со счетом 3-1. «Тедис» выиграл первый тайм, хотя первый пропустили, но сумели забить 3 гола и, в принципе, уверенно ведут игру. Пока мисс непонятно, за счет чего «Днепр ЮА» может зацепиться за очки в этом матче. А вот и момент, друзья. Это Добреля. Красавчик Добреля. Поздняков. Снова Поздняков. Спокойно ребята катают. Этот кремезный дядька, который... Мельник Дмитрий. Вот он с мячом. Мог бы быть, но он решил, что пусть уйдет мяч на аут. Добреля. Хороший пас, ребят. Это очень, ну, приятно смотреть. К сожалению, не могу назвать фамилию этого человека, который отдал такой элегантный пас. Просто зрелищно, ребят. В одно касание, на ход. И вот тоже неплохой пас черпачком. Пас черпачок, Богдан. Была какая-то блокировочка, наверное. Контратака. Нет, отмечаю, смотрите, что ребята третьи с Украины, хотя и выигрывают, вот видите, возвращаются все назад. Вот видите, как грамотно обороняются. Дисциплинированно играют ребята. Даже если кто-то побежал назад, но вперед, подключился, где-то там потерял мяч, то он тут же возвращается домой. Хотя, казалось бы, счет позволяет вести себя более вальяжно, остаться впереди, там ждать, идти потихонечку. Нет, ребята бегут, быстро возвращаются. И вот отдали Поздняков. Ну-ну. Хороший момент, видите, хорошая, быстрая контратака. И такой небольшой, но мобильный Поздняков завершал. И выходит Яблуновский Денис. Или как его в команде называют? Дэн-Дэн. О, хороший момент. Нет, просто перекусывают ребята. Долго-долго дают времени, как бы, принять, подумать. Не успевает накрывать Днепр ЮА. Вот снова, смотрите, какая контратака. Обрезка и Денис один на один. Ой, вратарь, как бы, уже на противоходе. Все-таки достает, достает. Молодец, Гончаренко Олег. Спас свою команду от пропущенного гола. Огонь.
Ярмоленко Юрий. Он с мячом. Его особо, знаете, как бы вот никто что-то не встречает. Он с мячом идет спокойно, все наблюдают, но не идут в отбор. И Денис будет водить матч за боковой. Прострел. Тедис просто висит на воротах. Днепра Юан спокойно владеет мячом. Если была бы статистика владения мячом, бы, безусловно, Тедис в этом компоненте тоже бы переигрывали своего соперника. Все-таки опыт берет свое. Не смог пройти. Оп, подыграл. Хороший момент был, хороший, друзья. Это святыня Максим. Святыня Максим, если я не ошибаюсь, это он. Вот снова, да, это он. И он забивает гол. Святыня Максим, ну. Это его дубль, да, если не ошибаюсь, он оформляет дубль в своей команде. Его Добреля не дают ему прострелить. 4-1. И немножко, друзья, обреченно смотрится сейчас Днепр Юан в этом поединке. Непонятно, за счет чего они смогут его вынести. Но что мы сделаем, друзья? Ну, соперник очень крут. Тут нельзя ничего сказать. Ну, хорошо смотрится Тедис, и даже непонятно, что можно ему противоставить. В последнее время они просто сметают своих оппонентов. Ой, хороший удар, ребята. Ну, хороший момент, хороший удар. Богдан нанес. И сейф. Сейф от вратаря. Это Таран Иван. В красной футболке защищает сегодня ворота Тедис Украина. А мы с вами потихонечку приближаемся. Точнее, переварили уже экватор второго тайма. Ой, хороший проход. Даст ли пас? Видите, не быстро выбегает Днепр Юан в атаку. Все это делается медленно. А вот, смотрите, разнимается пружина. Вот. И Добреля мажет с 2 метров. Хорошо дали ему пас, но он не смог его подработать. Обработать. И снова фол. Это какой уже интересный. Тедис Украина. Перед этой встречей они легко обыграли центр. Где-то там в 10 голов. Что там? Рука была? И Добреля снова получает нелепое какое-то удаление. Получает желтую. Это, не знаю, судья решил сравнять склады или что. Получил вторую желтую. И удаляют Добрелю. Не знаю. Не могу ничего сказать. Я не видел там руки. Но судья сигнализировал, что Добреля сыграл рукой. И теперь Тедис Украина берет тайм-аут. 2 минуты им предстоит играть в меньшинстве. Счет 4-1. Это, наверное, интрига. Ну, какая-то будет интрига все-таки.
Нервная игра. А? Нервная игра. Да. Нервная игра. Так и есть. Сейчас им предстоит играть 5 на 4. 2 минуты или до одного забитого гола. Что ж, посмотрим, как справиться с такой задачей. Тедис Украина. Ребята опытные. Ярмоленко Юрий будет с мячом. И вот далекий пас. И, вы знаете, хороший сейв. И в меньшинстве они умудряются создать хороший момент. Спешат Днепр ЮА. Хотят все-таки своему преимуществу воплотить забитый мяч. Будет удар? Нет, да. И обрезка, ребята. Не успевает. Нагнетается обстановка. Все недовольны, чем-то недовольны, заводятся ребята. Нет, это удар никуда, Николай пробивает. В никуда, время идет, друзья, 4-1. Поздняков. Был там что-то какое-то, фол, ничего не видел. Четвертый номер получает желтый, наверное, за то, что за угрозы соперника. Не знаю, почему такая грубость. Мне ничего не предвещает. А, прошло 2 минуты, выходит четвертый игрок у Тедис Украина. Друзья, не заметил, кто забил гол, честно скажу, немного отвлекся. Ну, счет у нас 5-1. Добреля теперь не может выйти на поле, но он... Ой, что это, штанга? Не может выйти на поле, но он своей командой руководит уже на той половине. Ой, за полем, друзья, заговаривается. Друзья, нужно отдать должное все-таки Тедис Украина на классе переигрывает своего оппонента. Днепр ЮА показала, дала бой, пытались, у них были тоже хорошие моменты, хорошие прострели, но сегодня, на сегодняшний момент по этой игре Тедис доказывает, что они сильнее.
друзья, осталось буквально 1 минута до конца встречи. 5-1, и вот момент. Ой-ой-ой, сколько же будет этих штанг? Да, только за несколько последних 2 минуты, 2 штанги. Нужно отдать должное, что Днепр, несмотря на то, что они проигрывают, последние минуты, 5-1 счет, но они бегут, глаза горят, есть желание, есть стремление. Я думаю, они еще наберут свое в чемпионате. И пусть эта игра их не надломит, а продолжит они свой ход. Всего доброго. А как выключать?